Salam, Real İntervyu efirdədir. İyun ayının 15-də Şuşada Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cumhuriyyəti arasında müttəfiqlik bəyannaməsi imzalandı və bu müttəfiqlik bəyannaməsi təkcə iki ölkə arasında deyil, eyni zamanda bütün regionda sülhün və təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxış edəcək. Və bu bəyannamədə xüsusilə Rusiyanın rolu Prezident Erdoğan tərəfindən vurğulandı, söhbət Qarabağın bərpasından gedirdi. Və elə Rusiyanın Qarabağın bərpasında və ümumiyyətlə regiondakı rolu ilə bağlı biz bütün bu məsələləri Rusiyalı siyasi ekspert Pavel Klaçkovla müzakirə edəcəyik və hazırda biz Moskvaya bağlanmışıq. Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте. Так как уже вам известно, подписали в Шуше совместную союзническую декларацию по широкому спектру двустороннего сотрудничества. В первую очередь, как оцениваете вы нынешнюю ситуацию, вообще эту декларацию? Это вполне логичный, закономерный шаг, как в региональной политике, так и с последствиями для глобальной политики. Ни для кого из экспертов, из знатоков не секрет, очень тесные, я бы сказал, братские отношения Турции, Азербайджана и прекрасная дружба и лидеров этих стран. Поэтому здесь она имеет определенное наполнение. После военного конфликта, в котором, кстати, сам непосредственно президент Азербайджана Ильхам Алиев признавал, что одержать победу без поддержки Турции было бы непросто, вот как бы зафиксировать эту победу вместе, определить новые какие-то линии развития Южного Кавказа и большего региона, собственно, президентом и было суждено. И все это выразилось и в визите, и в декларации, и в целом ряде мероприятий, выступлений в парламенте президента Эрдогана. То есть здесь это вот такой полномасштабный визит, я бы сказал, даже исторического характера, который говорит о том, что уже регион будет жить по-другому, по-новому. Ага. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о совместных планах восстановления Карабаха. И он сказал, что у нас с президентом Алиевым и у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого. Что вы можете сказать по этому вопросу? Роль России в восстановлении Карабаха? Все верно. Победить в войне недостаточно. Необходимо организовать на достойном уровне мирную жизнь. И здесь восстановление, прежде всего, сначала разминирование, какие-то восстановление вот этих руин, которые мы видели, да, культурных ценностей прежде всего, на основе такого мирного именно бытия. И предстоит сделать всем, кто, в общем, хочет, чтобы этот регион двигался вперед. Мы здесь видим необходимость в развитии транспортных коридоров, инфраструктуры. Видим необходимость обращения к каким-то истокам, может быть, исторического, даже духовного характера для этого. И здесь без участия России, без влияния России не обойтись, безусловно. Потому что международная политика – это такой довольно серьезный и непростой, и сложный клубок интересов. Здесь невозможно какую-то проблему решить только на двусторонних переговорах или в каком-то келейном виде. Конечно, всегда подключаются те, кто обладает реальной силой и заинтересованностью. Россия традиционная, очень сильная, один из самых мощных игроков на территории Южного Кавказа. Мы также заинтересованы здесь, в России, в стабилизации ситуации, в том, чтобы военные действия больше не возобновлялись, чтобы там был мир. Мы сейчас планируется, насколько мне известно, и личная встреча Путина и Эрдогана. Там будут уже разрабатываться как бы дальнейшие детали нашего сотрудничества. У Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева традиционно также дружеские отношения. И здесь есть понимание на уровне лидеров стран, есть понимание новой ситуации, сложившейся в результате вот Карабахской, выигрыш в Карабахской войне со стороны Азербайджана. Здесь надо обсуждать, здесь надо работать, и добрая воля как Эрдогана, так и Путина и Алиева налицо. Ага. И еще можно это охарактеризовать как, значит, эту декларацию, это как новая страница в отношениях между Россией и Турцией тоже.
Можно это так охарактеризовать? Это новый фактор в этих отношениях. Безусловно, Турция наращивает влияние свое. Так. Турция действительно становится очень вновь серьезной такой державой, да, региональным игроком. Что касается декларации, создания альянса, да, это нужно будет обсуждать, это нужно будет анализировать. И с этим надо будет работать. Я думаю, что такая работа будет проводиться. Некоторые силы, реваншистские силы в Армении думают о реванше, то есть восстановить войну после выборов и начать опять вот эту, значит, военную тактику, которую в течение 30 лет мы наблюдали в Южном Кавказе. Как вы думаете, что вы можете сказать об этих сил, которые думают о реванше, о восстановлении новой войны, значит, в Карабахе? Я могу уверенно сказать, что это бесперспективное направление на сегодняшний момент, которое не имеет никаких оснований и никаких хороших перспектив, это точно. Может быть, эта риторика используется для какой-то наращивания капитала, веса, влияния вовнутри армянских, внутри политических разборок, да, там есть настроения соответствующие, но выходить на международную арену с такими инициативами самоубийственно. Да. Роль России, значит, в Зангиозурском коридоре, который в данный момент является важным фактором для Южного Кавказа, является частью, значит, декларации от 10 ноября. Как вы оцениваете роль России в этом коридоре на будущем, так как уже президент Эрдоган и тоже нацикливался по этому вопросу, и в ближайшее время мы уже ждем хороших новостей. Какие у вас, не знаю, там прогнозы? Это серьезный геостратегический проект, который, на мой взгляд, в случае успеха принесет довольно солидные бонусы, ну, всем государствам этого региона и не только. В этом проекте заинтересованы и Китай, и Турция, и Россия. Это очень серьезный проект, который будет влиять на развитие мировых торговых путей. И рассматривать его надо именно с этой точки зрения, с глобальной точки зрения. То есть он имеет перспективу, вес и выходит его значение за рамки конкретного региона. Поэтому, на мой взгляд, мудрые политики, мудрые влиятельные силы, которые способствуют дальнейшему развитию мировой экономики, безусловно, должны обеспечить соответствующие условия для стабильной, нормальной работы этого Зангиозурского коридора. Еще раз, восстановление Карабаха. Так как вы знаете, очень много минированных территорий сейчас в Карабахе, и последнее, вот, один из важных событий, когда 97 тысяч минированных, это карта этих территорий, была отдана Азербайджану взамен, значит, военнопленных. Там еще в других районах, в других местах тоже есть мины. То есть без разминирования мы пока не можем начать вот это большое вот восстановление, великое восстановление Карабаха. Я всегда был сторонником торжества высоких гуманитарных ценностей. И все нормальные силы должны приветствовать именно добрую волю, которая способствует тому, чтобы наладить мирное существование людей. А какое может быть мирное существование на заминированной территории? Конечно же, я бы и призывал, и добивался, и думаю, что, ну и Россия также, по-моему, да я уверен, что не только Россия, но и все нормальные, еще раз говорю, государства, силы, должны способствовать тому, чтобы такие карты появились, и не только карты, но и проводить, помогать проводить эти работы по разминированию, потому что это страшное зло, от которого необходимо избавиться. Павел Владимирович, спасибо вам за анализ, за политический, объективный политический анализ по этим вопросам. Всего доброго, до свидания. Qeyd edək ki, hazırda biz Moskvaya bağlanmışdıq və 15 iyun Şuşada imzalanan müttəfiqlik bəyannaməsinin siyasi tərəflərini bizə Rusiyanın məşhur siyasi eksperti Pavel Klaçkov şərh edirdi. Salamat qalın.